Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Венера, Гусанёк, Forever, Максим, Санёк, Дэн и Тач. Пацаны, поздравайтесь. Ой, всем привет. Здорово, привет. Всем привет. Ребята, сегодня у нас очень классная карта. Это с игры Roblox, режим Natural Disaster. Переводится «Стихийные бедствия». И будем убегать от Абунг. Если будете кушать, приятного аппетита. А мы начинаем выживать. Сегодня Гусанёк будет выбирать карту, на которую мы будем играть. Гусанёк, нажимай кнопку. Так, сейчас будет первая школа Балди. Погнали. Поехал первая Абунга. Давайте посмотрим, как они вообще будут нас мочить здесь. Кто первый умрет? А это я сейчас буду. Нет, я не хочу быть лохом. А все, он переключился на другого. И ставим сразу еще одного. О, Бунга уже здесь, смотрите. Вот это он быстрый. Они прям по всей карте ходят. А че он застрял там? А нет, он просто убил. Блин, какая же ностальгия. Как же давно я не играл в этот режим. На этой карте. Ого, меня выкинул просто за карту. Через стены. Ставим еще. Ребята, мы сейчас немножко повыживаем на этой карте, а потом Гусанёк переключит другую карту. Ой, я могу в окно запрыгнуть? Отлично. Ой, я вижу, как кто-то умер. Венера, ты сегодня, я так понимаю, будешь проигравшим, да? Ай! Или я. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, залетайте в наш Дискорд, пообщаемся, поорём и проведем классное время. Я каждый день в Дискорде сижу и общаюсь с подписчиками. И умираю от Абунги. Все сходится, все по красоте. Так, Гусанёк, ты что-то ни разу не умер, это очень странно. Это так надо. Надо как-то возле тебя Абунгу поставить. А где ты? Бегаю по улице. А, по улице бегаешь? Ты что там сидишь, Дэн, и не умираешь? Это же нечестно. Мне нравится, что Абунга может прыгать через потолок и убивать. Это очень круто сделано. Все, я нашел место, где я буду тащить. Давайте мы еще поставим Абунгу. Что-то мало, да? Вам не кажется? Да, мало. Я еще ставлю. Ого, нифига себе сальтуху. Максим, ты тоже что-то не умираешь. Тебе не кажется это странным? Все хорошо. Все хорошо, и понял. Надо это исправить. Не-не-не. А где ты, Макс? Блин. Уже есть. Запрограммировал его на тебя. И на себя тоже. И вот это я улетел. Смотри, как красиво уклонился. Молодчик. Просто красавелла. Опа-па. Ребята, после каждого раунда, когда будем менять карту, будем подсчитывать голоса и посмотрим, сколько же у нас будет победителей. Я хочу сегодня выиграть. Нет. Да. Надо, кстати, наверное, вас физганом держать. О, Гусанёк, где ты? Надо тебе... Вот, есть. Ой, блин, это обраточка. Нельзя людям желать зла, только добра. Так что желаю всем... Это не работает, значит, желаю всем зла. Я не знаю, как это работает, но оно как-то плохо работает. Да что такое, блин, я дергаюсь, когда он меня убивает. Что за человек такой плохой, голова, убийца. А тут можно еще куда-то зайти или чисто школа только? А, все, больше не... А, через окно можно. Смотрите. Нет, не смотрите. Как все умирать, это всего 10 абунг. Мне кажется, больше нема смысла ставить, потому что и так хорошо все сливаются. Так, пацаны, я знаю, где вы сидите, я иду к вам. Вы думаете, я не догадался, где вы сидите? Нет. Нет. Вот, смотрите, все, вот место, где я выживу. Видите? Он мимо прошел. А это за что я? Это было красиво, очень эпично. Эй, то тут нету места, где можно. Так, насколько я помню, можно было в оригинальной карте в Роблоксе залазить на крышу. Тут нельзя на крышу никак залезть? Не, я пытался, нельзя, к сожалению. Блин, Гусанёк, и ты карту поломал. Неправда. Правда. Да что это за подача в голову красивая такая? Ай-яй-яй-яй-яй, блин, это жесть. Эй, Дэн, не мочи. Так, сейчас еще две смерти и раунд заканчивается, будем менять карту. Не умирай. О, Итачи есть, красавчик. Максим, ты чего тут сидишь? Я с тобой буду сидеть. Давай. Ты хитрый жук, мне кажется, это хорошая тактика. Они могут падать в воду или нет, вы не проверяли? Нет. Они рядом проходят. А мы можем упасть за карту? Можем. Да. А что будет, если за карту упасть? А, я понял. Это было красиво. Гусанёк, ты видел, да, что происходит, когда человек за карту падает? Видел? Ай, блин. Максим! Максим, так ты хитрый, как это работает так? Все, стойте! Стойте. Да, блин, я же хочу очки почитать, стойте! Ух, слава богу. Ё-моё. Так, почитаем очки. Я умер всего-навсего 15 раз. Санёк 20.
А самый меньший раз умер, это Максим. Максим, ты занял первое место в этом раунде. Ура! Так я и меньше всего. Ну блин, ты заметил, да ладно, Гусанёк первое место занял. Ну Гусанёк, ну что ты следишь за всем, это так нечестно. Одно очко. Одно очко, понимаешь? Конечно. О, Максим, давай ты выбирай карту. О, так. Любую, какую хочешь. Фигня. О. Ребята, смотрите, какую выбрал карту Макс. Ну что, пацаны, я ставлю Абунг. Давай. Ой, первый сразу уж. Так, тихо, мужики, успокойтесь. Так, все, начинаем выживать. Так, ну я понимаю, что Гусанька надо теперь много раз убивать, чтобы он не был на первом месте. Да, я тебя убивать. Эй, я тебе сейчас дам ногой по голове. На тебе. Ай. Да я ж не попадаю. Что с тобой? У меня голова закружилась. Эй, приходи в себя. Максим специально эту карту выбрал. Они не бегают здесь, смотри. А чё они не бегают? Хорошо, хорошо. Вот это я псих. Ого, а, улетел. Красиво. Ух ты, блин, да я тут при чём? Третий раунд карту буду выбирать я. Я уже знаю, какую карту выберу. Это будет жестко, сразу скажу. Обязательно до конца смотрите. Легко. Вам очень понравится. Как-то легко выживаю. Ну конечно, ты нашел место какое-то конченое. А я, видишь, умираю из-за тебя. Ну что ты ржешь? Я тебя сейчас найду и тебя физганом буду убивать. Не надо. А где ты? Не, я не буду. Я не буду это делать, я пошутил. Это секрет фирмы. Ой, ой, ой! Они нашли выход, как бегать. Так, это не тот, это Санечек. Так, 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 давайте подумаем, где может быть Максим? А я знаю, где он может быть. Где? Где-то ты здесь. Я не знаешь. Знаю, я его найду. Ой, Абунга, осторожно, не убивать меня. Напишите обязательно в комментарии, как вам эта карта. Если вам понравится, мы здесь снимем что-то еще, потому что здесь это не одна карта, а много карт. Мы уже всякие выживалки здесь позаписывать. О, я знаю, что мы сделаем. Ребята, мы скачаем стихийные бестии, будем прямо на них выживать полноценно. Я не понимаю, почему я умираю, а никто не умирает. Вы чё? Как Абунга за Саньком бежит. А там никого. А Максим, может, да, на спауне? Не. Не. Блин. Я рядом со спауном. Я с Максимом. В смысле рядом со спауном? Ты должен быть на карте здесь. Ну рядом на карте. Ой, я тебя вижу. Ну и где ты? Уйди с флага. Какого флага? Ну вот, рядом с тобой флажок. Ну, и где ты? Рядом со мной прыгает. Ах ты жопа, ну почему меня убивает, а тебя нет? Ребята, это несправедливо. Я так не гуляю. Я, хорошо, я скрою карты. Так, Максим, я тебя реально должен найти. Пацаны, кто скажет, где он находится, я дам роль в Дискорде, давайте. Это секрет. Нет, я не скажу. Я увидел его, походу. Вот он здесь сидит. Где? А, нет, он не видит, он ушел вообще в другое место. Да Максим, ну Максим! Да это нечестно, так не должно быть! Ау! Ушел. А вот ты... Нет, это не ты. Ты же Сквидвард у нас вонючий. Ну я не вижу его! Видите, как у нас дружная команда, не хотят сдавать Максима. Вот такие у нас, видите, хорошие ребята. Получается, в этом раунде Максим ни разу не умер? Нет! Нет. Есть! Есть! Абунга запрограммированный, правильно был. Ну что такое одна смерть, когда вы столько раз умерли? Так это ты ж читеришь, понимаешь? Я знал, что ты читер, да. А вот Гусанёк, Гусанёк, я не буду тебя убивать, я обещаю. Молодец. Ой, ой, проверяю, видишь, работает физган. У меня тоже, я тебя могу случайно убить. Да я не буду убивать, я просто проверю. Абунга упал, он не захотел, чтобы я тебя убивал. Он упал за карту, дурачело. То есть ты меня хотел убить? Не, не хотел, я хотел, что проверил. Ах ты говно, блин. Кто это сделал? Я с вами не дружу больше. Так никогда. Так, хорошо. Второй раунд тоже у нас окончился. Давайте проверим, у кого сколько смертей. Получается, у Максима всего добавилось 2 смерти. Или у тебя 7, да, вроде было? У меня была одна смерть. Была 7, теперь 8. Нас максимум. Вот так, да, значит. И хорошо, хорошо. Ребята, как я и обещал, я выбираю карту. Знаете, какая у нас будет карта? Ну? Не угадали. Потому что будет плоская карта, вот эта вот, и все. И выше ничего не будет.
А вот сейчас Максим должен нагнать своей смерти. Давайте, пацаны, телепортируйтесь. Ой, сейчас будет жестко. Это будет. Это будет. Вот сейчас будет решающий раунд. Кто же все-таки проиграет? Максим. А тут уже не скрыться. Все, я одного больше облака ставить не буду. Давайте просто поугараем. Вот теперь жестко будет. Нормально, живу, живу. Вот, Максим, надо его физганом поймать. Стой, нет, подожди, я тебе кое-что поправлю. У тебя там скин заел. Ну там чуть-чуть у тебя скин заедал. А, вот так, значит, со мной. Хорошо, хорошо. Еще надо поставить. Так, тихонько. Да надо, надо, надо тебе немножко сравнять очко, очки. Хочу. Да блин, я тут при чем? Я же вас породил. Надо тебе, надо. Ух, я поставил. Ребята, около 20 штук на таком маленьком пятачке. Вот это моя толпа. Цель. Прям целая стена идет за Максимом. Максим! Нет. Ну ты шлейся. Нет. Ну вот ты идешь, ну убейте его кто-то. Или мне придется опять его физганом взять, понимаете? Нет! Так это нечестно, я умираю тоже! Блин, настроение классное, но я не хочу умирать, я хочу жить долго, тысяч лет. Да ну нет. Ну, Санек, ты тоже, я вижу, хорошо сливаешься. Да ну, пожалуйста. Максим, возрождайся. Ну, Максим, ну возрождай. О, Максим не возрождается? Вижу, вот он. Все, давайте без шуток, физгана больше его брать не буду. Все, давайте по-честному выживать. Да? Димаш. Я тебя не трогал. Ты меня схватил. Я тебя не хватал. Зачем мне это делать, вот скажи. Дима! Вот эта толпа за мной. Так, надо за Максимом ее ввести. Вот он, пацаны, вот, мочите его, абунги. Кстати, я заметил, их стало меньше, значит, они попадали за карту. Нет. Вот, смотрите. Ну, Максим, ты чего не сливаешься? Я тебя физганом не трогаю, все, я уже обещал. Свои обещания никогда не держу. А вот я ничего не обещал. А, вот так, значит? Ты хочешь со мной сейчас физганами, да, похватать? Ну, куда ты бежишь? Вот, молодец. Вот, пацаны, вот он, видите? Нет. Да нет. Ну, блин, ну, абун, так ты их запрограммировал, чтобы они меня убивали больше всех. Нет. Есть. Гусуняк, ты сейчас можешь его перегнать, надо еще ему догнать смерти. Я в траве тут сижу. Ну, трава. Какой траве ты ее тут взял? Ну, вот, можешь посмотреть, увидеть меня. У меня голова торчит. О, вот, пацаны, вот абунги, вот он. Так я просто на контроле сидел. А, да? А я думал, ты как-то зашкерился, на вы залетел. А я тогда буду возле тебя сидеть, чтобы они сюда пришли. Блин, ну, а чё ты, гусанёк, не умер? Что за фигня, а? Я очень сильно разозлился. Ну, я то, что разозлился, это никак не работает. Да ну, мужики, дайте мне поспомнить еще. Все, я разозлился, ребята. Смотрите, что я сейчас буду делать. Все, последний, самый сложный левел. Офигеть. Не надо, у меня 113 смертей. Ну, я сейчас хочу их нагнать немножко, чтобы сравнялось. Хорошо, ребята, как вы думаете, интересно, что будет пацанам выживать? Я уже 58 раз. Ребята, больше 100 штук поставил. Это жесть. Хорошо, ты-то летаешь. Да я уже не летаю, то я пока спамнил, я летал. Все уже. А, они, кстати, в кучку взбились. Вот это хорошо. Так, я все. Гусенек, я буду с тобой выживать. Я знаю, у тебя очень классная тактика. Я буду, блин. Я буду, блин, а? Так, почему я умер, а ты нет? Это несправедливо. Вот это же, смотрите, что творится. На такой маленькой карте это самое максимальное количество бун, которое мы записывали на таком размере карты. Больше еще никогда не было. Так, давайте еще чуть-чуть и будем подсчитывать голоса. Я ну выжила. Ну блин, красиво лечу. О, Максим умер, отлично, Максим умер. Нет. Да что ж я умираю, мне кажется, я сейчас больше всех умру. Ну видите, что творится? Пацаны, вы что не возрождаетесь? Максим, я видел, как ты лежал и не возрождался. Я ждал, пока Forever возродится. Ты честный, нечестный игрок. Вот, а, вот он, видите, почему он выиграл? Все, Максим тогда, получается, уже первое место не может занять. Смотрите, видите, он лежит и не возрождается, видите? А ты, Forever-читер, тоже не возрождаешься. Ах ты, Дима, я видел. Да я случайно нажал ту кнопку и телепортировался сюда, и не хотел. Вот, смотрите, Максим бежит. Нет! Есть! Классно! Так, смотрим, у кого больше всех смертей? Больше всех смертей у Санька, 78. А, все, Максим, ты победитель.
Ура! Венера, ты второе место занял, красавчик. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока!